Всем здорово, танкистчики и подписчики, я вам желаю приятного просмотра. Значит, сегодня 4 октября 2024 года, ну то есть 24 года. Короче, танкисты и Биг Босс в Tanks Blitz. Я продолжаю рубрику сыграть за босса от пятерки до десятки. И в этот раз мы возьмем... О нет, только не ЛВшки, да, именно ЛВшки. ЛВ-4 Понт, типа Понт. Так, ЛВ-7 Гиперион. И все они такие красивые. ЛВ-90 Прометей. Очень даже неплохо. Так, ЛВ-500 Арес. Или Арес, как там правильно. Тоже прикольно. И ЛВ-730 Паллада. Мне вот иногда, ребята, приходит мысль такая в голову, что если вот эти щиты будут здесь стоять по центру, то если снаряд попадет где-то... Ну, короче, если как сейчас они стоят, то прям снаряд, если будет попадать вот сюда, вы видите, да? То, типа, они могут вообще просто отлететь, они просто, понимаете, как? Ну, мне кажется, они не сильно там закреплены. Ладно, и ЛВ-1300 уран. Вот это я понимаю, мамочки мои. Все, друзья, всего вам лучшего, приятного просмотра. Попытка номер первая на ЛВ-4 Понт. Погнали! Там не босс. Так, смотрите, мы попали с шестерочком. Сразу видно, баланс рулит, все дела там. Кстати, танкисты, у меня есть чаечек с лимоном, очень вкусный. Он реально очень вкусный. Я не босс. Эх, ладно, ребят, едем дальше. Попытка номер два. Нет, мы не боссом были, к сожалению. Но сейчас, возможно, будем. Восточная гавань. Тем более, мы не босс. Эх, едем дальше. Попытка номер три. Так, мы попали против шестерок. К сожалению, я не босс. Какой-то... Эх, ладно, не судьба. Победа победой, но попытка номер четыре. Карта протока. Только что на ней был. Может, сейчас повезет? Да, сюда! Я босс! Ребята, я босс! Класс! Пунчики-панчики, пучи-пучи-панчики. Слава богу, не пришлось долго ждать на попытку номер 4. Мы боссом. Хо-хо-хо-хо-хо, космонавт! Так, ладно. Почему никто ничего не делает? Просто тут сам тут танкую их еще. Давайте, летите отсюда подальше. Ладно, ребят, мне нужно спрятаться в ту нычку, потому что я долго не продержусь, если я буду один. Давайте просто ждать подмоги. На тебе! 301. Я научился фугасом молнии стрелять. Ну что, ребят, давайте. А что, сливаться что ли просто так? О, босс. Давай, 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 красава, блинчики. О, о-хо-хо-хо, ребят, зацените просто. Вот так вот, ёшкин дрын. Так, а вы что думали? Просто так, да? Нет, 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 только не это. Вот же шпупсы. Не-не-не, так не годится. Ребят, ну что такое? Пушка вообще неповоротливая. На тебе! Отлично, я успел его забрать. Понерфленный, а он меня спокойно пробивает, Я понимаю, что он шестерка, все дела там. Ну все, чел, ты за это заплатишь. Ребят, надо, короче, отсюда сматываться потихонечку. Даже если они такие пупсы, стоят там и гравитонят. Вот же шпупсы, понимаете, да? Давайте, давайте, подъезжайте. Сейчас покажу вам силушку богатырскую. Понравилось летать? Вот и будешь потом знать, как делать то, что не надо. Так, ладно. На тебе. 251. Конечно, моя тычка классная. Несем. А я танкую. Отлично. О, ребят, боеукладочку рванем молнией. Давай, попробуем. На тебе, боеукладка 623. Есть! Сюда! На тебе! Пупсы, отстаньте от меня! А, наверное, не сильно оригинально сделал, но ничего страшного.
На тебе. Ага. Сейчас босса потихонечку просто буду лупасть и все. На тебе. 291. Конечно, такой альфой нормально сейчас. Разберем. На тебе. Получай КВ-2. Ху-ху-ху. 367. Максималочка вышла. Не-не-не. Тут надо бы укладочку рвануть. На тебе. Чубыка не рванул. Ладно, ребят. Получай. Чу-ху. Так, на каточек хотя бы поставил. Так, давайте докоснемся. Да почему? Почему? Давай, давай, отлично. На тебе. Ничего у вас не получится. Капец, вы один здоровый. На тебе. Ох, с поджогом, хорошо. Замечательно вообще, красавчики. Лучшие союзники. На тебе с поджогом. Капец, этот мощный. Фу-фу. Это по мне. 3, 2, 1. Полетели. Как вам такое, а? Ну все. Удачи. Все, ребят, вообще красота. Лайкосик команде. Ой, было вообще весело. Особенно босс на мостике. Класс. Так, 7448 урона. Боеукладка взорвана. 1820 танканули на пятерке. Нормально, думаю. Ну, в принципе, танкисты, все очень-очень даже окей. И как для босса, на пятерке я обогнал шестерок, естественно, и в топ-1 попал. Чтобы вы понимали, челик с никнеймом... А, челик на КВ-2 в этом же бою, когда я был боссом. Просто сейчас со мной во взводе. Ну, так уж и вышло. Ладно, уговорили. Поехали, ребята. Попытка номер один на ЛВ-7 Гиперион. Приятного вам аппетита. Это пирог, очень вкусный, все дела там. Смотрите. Эй, ты, железяка, фокусируй давай. Ну же. Чего она не фокусит его? А, там, наверное, фокус просто зафиксирован, я не знаю. Опа, танкисты. Мы попали к семерочкам, там два кваса. Эх, я не босс. И вышел тот челик со взвода, уже прошло много времени. Короче, я сделал хороший видосик по поводу Блиц. К сожалению, интернет, Wi-Fi убрали. Я сейчас на мобильном, ребята, и попробуем что-то сделать. Надеюсь, вообще запихнется в бой. Поехали, попытка номер 2. Так... Эх, я не босс. Эх, попытка номер 3. Кстати, ребят, на мобильном интернете сейчас проверим. Малендей карта. Пожалуйста, дайте мне босса. Будет очень шедеврально. 5.25. БДРД1, я так и думал. Попытка номер 4. Особенно, когда ты не зудит, а кто-то нам... Ребят, мне уже второй раз подряд дают карту Малендей. Что за ерунда? Ладно, буду рад, если буду боссом, потому что там пятерочки. Будет очень здорово их выносить всех. Эх, я просто скатал каточку, а у меня 10 тысяч урона. Да. Попытка номер 5. Вроде бы 5. Эх, едем дальше. Попытка номер... О, сразу бой. Карта протока. Эх, я не босс. Попытка номер 7. Карта Кастилия. К семерочкам, мамочки мои. К сожалению, я не босс. Едем дальше. Попытка номер 8. О, Восточная гавань. Эх, я не босс. Попытка номер 9. Эх, я не босс, едем дальше. Попытка номер 10. Эх, я не босс. 11, я реально думал боссом, ладно. 12, мы должны боссом стать. Я ничего не знаю. Должны, должны и снова должны. Да никому ничего не... Да, босс, тунчики, пачки, пучи-пучи, пачки. Сюда, юху, ха-ха. Ну все, ребята, теперь будет интересный бой. Блинчики, на ЛВ-понт такой же, такая же карта была, почему? Ха-ха-ха. Ага, что такое? Броню включил и что дальше? Так, ты меня не бейся, но не пробьешь. Все дела там. Ха, челик упал просто и все. Красавчик. Ну хорошо, потихонечку будем. О, ну а тебе. Ух, 431. А, вот в чем дело, да? Крысеныши. На тебе. Ага, не пробил босс? Не пробил, да? Теперь быстренько назад сматываемся. Потихонечку. Отлично, танкуем босса, все очень даже хорошо. Получай. Ну, в принципе, все вообще шикарно. Так, чувствую, нужно звуки поставить на одну, на 1%. Так, на тебе. Так, ладно, ребята. Все, давай уже сюда. А мы прячемся, потому что нужно... Ух ты. Вот этот чел, правда, камикадзе, постоянно прыгает со скалы. Заморил меня уже. Так, ладно.
Это ничего не значит, то, что он прыгает. Давай, давай, прыгай. Что такое, а? А? Ну давай. Нормально так, ребят, нормально. На тебе. Так. Что, быстрее пушки развернет, да? На тебе. Отлично. Все, ребят, теперь осталось, чтобы кто-то на мост заехал. Здесь его ждет сюрприз небольшой. Ого, я уже думал, насквозь могу бить. На тебе. Отлично. Да кто? Да ладно, идите в баню. А, это босс тут? Да ладно. Капец, хитрюга. Ага. Ага. Блинчики, сейчас это все. Дело испарится. Ну хорошо, хорошо. Хочешь так, да? Отлично. Сейчас мы с тобой расправимся в один миг. Но, блин, нечестно то, что команды нет. Помогайте. Так, ладно. О, нормуль, нормуль, красавчики. А ну-ка, на тебе. Хорош, красава, лучший. Что случилось вообще? Что-то ничего не понял даже. Делаешь тут без вариантов. Да не так, чел, ну что ты делаешь, хитрюшка? Я хотел на мостик, а ты весь сок портишь. Ну ничего. Всю красоту. Нет, нет, нет. Ух, жестко. Так, хорошо, что трупики союзников не отнимают у меня хп. Так, ладно. Получай! Эй, броня не пробита. Фух, меня личканули. Не, ну челик красавчик, красавчик, побольше бы таких. Так, ладно. Ребят, смотрите, все просто. Лети, птичка! Фью-ху! Просто же, просто. Да, босс, не все так гладко, как тебе хочется. Блинчики, у него молния, только не это. На тебе. Хотя бы тычку я успел дать, хорошо. Блин, ну как так, жестко. Вот такой вот танкистчики, подписчики, бой. Слишком быстрый. За такой баланс, который позволил мне быстро завершить бой. Эх, ладно, ребята, была не была. На семерочке LV-90 Прометей. Вот сейчас будет красота. Ага, понял. Поехали. Попытка номер один. Эх, мы не босс, едем дальше. Пытка номер два. Я не босс. Пытка номер три. Эх, я не босс, едем дальше. Попытка номер 4. LV-90. Какой-то там красавчик. Так, карта Эллада. Посмотрим, что будет на этот раз. К восьмерочкам такой себе, конечно, боссом. Но все равно круто было бы. Да, боссом, я боссом, ребята. Имба, красота. Вы все в видео. Пунчики, пачики, пучи, пучи, панчики. На тебе. Ух, хорошо так как получилось. Я что-то заигрался, засмотрелся. На тебе. Отлетел челик красиво. Хочет порадовать, но не получается. Сейчас будем тащить каточку. Так, тут сушечка, ребята. Ну что, готов? На тебе. В смысле, фугасом в него ж попал. Ладно, на тебе. Так, ладно. Так. Хотите полетать, ребята? Сейчас я вам устрою леталочки, считалочки. Ух. Так, ладно. На тебе. Ой-ой-ой, хорошо так как. Я тут один, а они все токсики. Вообще жестко. На тебе. Бой, укладка. Что не взрывается-то? Хорошо, я понял. Получай. Ой, как хорошо, ребят, просто замечательно. Так, 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 ок. На тебе. Эй, чё меня лупасишь? Не, не надо. Эх, понятно. Ну такое, на тебе. Хорошо так даю. Дайте хотя бы один разочек отпульнуть, один разочек. Босса. Так, далеко, далеко. Сейчас, ребятки, будет, зацените. Нормально так, на тебе. Так, нормуль, так танкую, нормуль, нормуль.
Ух, хорошо, мамочки мои, на 900 затаранил. Все, ребята, побед за нами. Хочется... Ребят, 15 тысяч урона, значит, нафармил, 6500 танканул, нафармил 75к серебра и, конечно же, попал в топ-1 по урону. ЛВ-90 готова, ЛВ-500, арес. О, да. Поехали! Попытка номер один. Сразу запихнула в бой. Ровный, чистый баланс, одни восьмерки. Блинчики, я не босс, едем дальше. Фух, попытка номер два на ЛВ-500, арес. Ух ты, сразу балтийский щит. Эх, я не босс. Попытка номер три. Надеюсь, все будет хорошо. Танкисты, пишите комментарии, что вам из этого видео понравилось больше всего. Обязательно, это будет круто. А у нас карта Кастилия с девятками. Эх, близко. Союзник босс, ладно. Попытка номер, кстати, привет, Прога 46. Да-да, это я, позитив танкист. И на самом деле, это я и был. Поехали. Промзона. В конце видео, ребята, обязательно я покажу вам лучшие моменты, которые были на протяжении тех боев, когда я был не боссом. Эх, я не босс, едем дальше. Action X, здорово, привет особо тебе. Да, бой только что был, я тебя примагнитил. В конце видео, жди, момент будет. А, погнали! Ну что ж, попытка номер 5. Протока. Бывает. Попытка номер 6. Ой, надеюсь, я буду боссом, потому что не хочется, честно, на каждом танке. О! Юкон, пожалуйста, дайте мне босса, я хочу... Да, наконец-то! Ребят, слава богу, отлично! Всем здорово, новенькие! Приятного просмотра! Вот это я понимаю просто! Это просто что-то с чем-то! О, да! Жалко, бустеры при зарядке снаряжения закончились. У них Т-44-100 босс, блинчики, я бы хотел бы БК рвануть, теперь не рвану, кажись. Т-44-100, Т-30. Ой, зря ты это сделал, челик. На тебе. Как-то так-то. Чё такое? Я босс тут, понимаете? Я босс. Я босс. Все, окей, окей. Просто шикарно. Не, сейчас лучше не стрелять. Сейчас лучше подождать. На тебе. Курючок, не пробито. Вырулим сейчас ситуацию. Приветики. На тебе. Он гравитон, я понял. Поглощает урон. На тебе. Ага, понял. Т-30, здорово, как делишки. Прощай! Просто. Нормально, да, нормально. Опа. Вообще шикардосно. Ну, дал ты мне разочек, и что дальше? Я быстренько развернусь, и с вертухи тебе дам тыку. Хоть сзади меня там разбирают, макаки. Однако, ничего у них не получится. Что такое, а, баягузы? Сюда идите. Сюда. Нормально, в пробу стрелял, попал по Т-30 вроде бы. Да, жестко. А я. Сейчас рвану, кажется, бы укладочку. На тебе! Не рванул! Ладно. Прога, зря ты тут. На тебе! Ладно, не так уж и сильно было. На тебе! Все, ребят, забрал челика. Значит, так, нормуль. Полный нормуль. Ого, мне тут кто-то загравитонил. Жестко. Получай. Чаще, все будет. А, это Левчик вообще. Здорово, Левчик. Как делишки? Как настроение? Думаю, бою укладочку снести тебе можно? На тебе! Молния, бою укладочка. Бою укладку рубят часто. Либо просто, я не знаю, почему. Я вообще не знаю, от чего это зависит. В любом случае, как-то вот так вот там кисли. На тебе. Ага. Не ушел. За это заплатишь. Всем свое время. 700 за одну тычку. Всему свое время. Ой, сейчас бомбанет, на тебе, хорош, лучше, чел, просто лучше, видос попал, красавчик, на тебе. Ой, ему БК снесли, блинчики, как так-то? Если бы это были ЛТшки, я бы сейчас мог вообще имбу сделать. Так, ну все, пока сильно лезть не будем, дела там. Ага, ты че меня лупасишь? Я как бы босс, понимаешь, что ты тоже. Меня сзади, ребята, хилят, вообще красавчики, лучшие просто, таких бы игроков всегда. Так, чувствую, эта каточка реально хорошая. Так, ну что, чел, на тебе. 560 орудия сломано. Это то, сказать. О, ребята, это, конечно, жестко. Так, ладно, но меня не пробивают много, очень. Очень много. Это как бы неплохо. На тебе. 723, бою укладочку, к сожалению, не рванул почему-то. Так, Левчик, что-то ты здесь, это самое, задержался.
Не хочешь, чтобы я тебя БК взорвал? Так, потихонечку что-то тут вырисовывается, ребята. Ну и бомбанулся ты, подумаешь. Получай. У меня босс и броня, ребят. Как по мне, это идеальное сочетание просто. На тебе. Фух, 700. Вообще просто шикардос. Так, ладно. Тигр. О, очнулся. Очнулся БК рван. Почему это так смешно? Имба вообще. На тебе. Я думал, сейчас еще БК рвану. Ладно. На тебе. На. Главное, чтобы это 30 токшиком не стало, то он опасно будет. Поэтому не будем его пока забивать. Давайте его понем АФК. Потому что он может проснуться. Да, будет не весело. Хотя сейчас в любом случае весело. Если честно так. Все, ребят, побед за нами. Кто это? Вот эти вот два хиллера просто лучшие. Лучшие, просто лучшие. Вы в видео. Так, все, давай. Запозднился. Бейте меня. Я вам открыл свою броню. Я все равно сейчас во всех лупану так, что вам мало не покажется. Нормально вообще. Класс. Лайкосик, победа. 22 тысячи урона. Ух, на восьмерке. Это ж, ну, на восьмерке, это классно. 22 500. Вот это я понимаю, БК рванул. Красота. Просто прекрасно. Ребят, красавчики, кто меня хилил, прям выражаю благодарность прямо в видео, спасибо за все. А мы едем дальше. Фух, новая задача, ЛВ-750, красавчик. Ну что, готовы? Погнали, попытка номер первая. Так, древние пирамиды к восьмерочкам, Панзер 2, выкладочку рвать хочу ему. Хоть бы я боссом был. Нет, я не босс. Едем дальше. Попытка номер 2. Боссом. Эх, едем дальше. Попытка номер 3. Миллион алых роз. Эй, я не босс. Попытка номер 4. Стоп, секундочку, реплейчик нужно добавить. Там была очень красиво, в конце увидите. Да, боссом. Пумочки, пачки, пучи, панчики. Сюда. Ба. Вы все в видео. Левандовский, иди сюда, дорогой. Промазал, называется. Играют челики, да? Ничего они не играют. Так, ладно. Нормально, меня просто к стенке прижали сразу. Помогайте. Где вы? Ой. Нормально так, нормально, нормалек. Нормалек. Ладно, я поторопился, конечно, тут есть. Блин, ребят, ну как так-то? Неужели нету в людях этого помочь просто? Человечности. Блин, не успел нажать кнопку. Ладно. Ну все. Получай. Получай. Чисто по чуть-чуть. О, хорош. На тебе. Боеукладка критована, но не взорвана. Классно. То, что я уже босс. Это уже очень хорошо. Это уже о многом говорит, ребята. А то у нас, понимаете, это САО, там все дела, ну. Все, кроме нормальных игроков. Что за люди? Неужели нет у вас нормально? Просто взять вместе, хорошо. Особенно речь, когда идет, мы просто попали в видосик, ну, блинчики. Что, каждый будет так? Так, ну все, челик. Давай, дружок, давай. На тебе! 703, как тебе такое, а? Нет, не боеукладка, она немножко на другой стороне. На тебе! Чтоб не уехал. А то хитрюга, куда собрался, а? Молния, хорошо. Капец, ребят, тут еще приехал концепт. Ну ничего, все получится. Нормально, загравитонил меня. Хочу попасть туда. Можно? Кажись, нельзя. Ладно, хорошо, я понял. Опа, боеукладочка критована. И рвану когда-нибудь. А пока что полетай там, посиди тихонько. Понял. Понял, красавчик. Так, ладно. Ой, боеукладку снес. Вот так вот. Так. Початик, конечно, да, еще тот типок. Ну ничего, расстраиваться не будем, ребята. На тебе. Ух, заряжающего кританули. То есть, не кританули, а вы поняли. Что сделаем? На тебе. Ху-ху-ху-ху-ху. На тебе. Нормалек, сейчас все будет. Так, ну все, чел. На тебе. Слишком уж ты тут живучий. Красавчиком будешь, хорош. Так, здесь леопардик, да? На тебе. Как так-то? Ну все, ребята,
Так. Пошел вон, по стеночке. Хоп-хоп. Так, вот это, конечно, не очень хорошо, но полетать иногда надо. Чисто свежим воздухом подышать, там все дела. На тебе. Но я все равно его достану. Так, ладно. Ребят, у меня вроде бы все получается. Жалко, по таймингам чуть-чуть не получается. К сожалению, это не союзнички, это уже баланс боя. Так что, ребят, никто здесь не виноват, просто так не фартануло. Зато я боссом был. Тунчики-панчики, тучи-тучи-панчики. При поражении 15 урона БК снес, было все красиво, четенько. Ничего страшного, то, что такой вот босс. Иногда бывают хорошие супер-пупер бои, иногда такие вот. Осталась попытка номер один. Ура! Сюда. Эх, я не босс. Попытка номер два. Эх, я не босс, едем дальше. Попытка номер три. Эх, я не босс, едем дальше. Попытка номер четыре. Ура! Ну дай же мне этого босса. Едем дальше. Попытка номер пять. Эх, не фартануло. Попытка номер шесть. Эх, я не босс, ладно, ладно. Попытка номер семь. Седьмая должна быть везучая. Карта Юкон. Вот эта вот карта реально хорошая для босса. Да, босс! Пунчики-панчики, пучи-пучи-панчики, сюда! Вот это я понимаю, танкисты. Вот это я понимаю. Вы все попадете в видео. Вот это реально да. Готовы к интересному? О, какой красивый у него там СТБ-1. О, ребята, я тут вспомнил просто один лайфхак, как взорвать боеукладку Мауш. Я думаю, что с молнией, возможно, у меня это получится. Ну ладно, фугасом хоть как-то задел, уже на этом спасибо. А ведь мог не задеть. Опа. Ну он тебе тоже передумал со мной состязаться. На тебе. Так, надо сделать видосик, ребята, от пятерки до десятки на Яге и 100. Это реально очень жестко будет. Поплатится за все. Здоровчики. Как делишки? Что такое? Молнии? Никогда молнии не видел. Поздравляю, сейчас все будет. У него барабан, ребята. Лети подальше, птичка. Ой-ой-ой. Тут главное не двигаться. А-а-а! Босс! Босс! Ля-ля-ля, и уехал сразу. Нормально, да? Получай. Уехал. Чего у тебя не уехал? Не получится. Пупс. Вот же ж пупс. Он вообще меня не пробивает. Нормально? Нормально. Все окей. Что такое? Уехать не можешь, да? Так, стоп. Что-то там меня лупать. Наверное, надо сматываться отсюда. Скорее. Так. Давай уже, давай, давай. Ребят, что-то вообще не получается. На самом деле получается! Двоих сразу. Ха-ха. На тебе! Лети, птичка! Лети! Хорошо вообще. А, вон он, объект 263. Обиделся там и лупасит меня пока. Ну ничего. Так, поехали. Вместе. О, нормально, нормально. Почти. Сейчас бы еще немножко. Ох, нормально. Не, ребят, так не пойдет. Надо лупасить босса. Там, понимаете, там гравитон. Надо гравитон тоже лупасить. На всех лупасить, но как-то полет. Так, ну ладно, не парьтесь. Сейчас все будет окей. Хотите так, да? Хорошо. Хорошо, пупсы. Ангарчик давай уже. Получай. Твой скилл тут? Ну, не на свой скилл, а надеяться, ребят, нужно на лучшее, чтобы все получится, верить. Все получится. На тебе. Давайте в ангарчик. Нормально меня тут. Ну да, класс. Приподняли. Вообще шикарно просто. Последний бой все-таки. Ага, получай. Получай. Тут вообще быка можно снести. Все, босс. А, песенка спета. Вот это ты зря. Нормально вообще. Просто шикарно. А, ладно, расслабься. Это всего лишь игра. Это всего лишь игра. На тебе! Ребят, босса просто не могут забить. Смешно просто аж. Ага, что такое? Клюнул! Он клюнул, отлично. Но то, что я здесь так перевернул, это, конечно, жестко.
Так, тащим. Все просто опупенно. Так, ну вот это, конечно, не опупенно немного. Но ничего, ребят. Не сдаваемся. Все, не сдаемся. Иди в баню. Летает он. Понимаешь ли тут? Получай. Танкую. Ай, ну как так вообще? Просто приподняли и забрали. Молодцы. Ладно, ладно, но я еще жив. Получай. Так, ладно. Я еще жив, я сказал. Иди в баню. Я еще танкую. Нормально так танкую, ребята. Самое главное не победа или поражение. Вот. Самое главное это участие. Так что, ребят, просто радуемся тому, что есть. Что поделаешь с таких сайтов? Ой, 8 фрагов сделано. Это говорит о том, что я пытался. Подумаешь, вообще мелочи пузатые. 17 тысяч урона при поражении, 11 тысяч станканул. Вот это я понимаю. Так, 55 тысяч серебра нафармил. И в топ-1, естественно, боссом. Ну ладно, бывает. Спасибо большое за просмотр, ребята. Я вам желаю всего лучшего. Перед тем, как вы увидите лучшие моменты, я просто сейчас загадаю танчик, который вы вряд ли отгадаете. Готовы? Поехали. Значит, танк будет из дерева танков Германия. Думаю, из девяточек. Нет, давайте из десяточек. Давненько я это не делал. У этого танка обалденный средний урон. Гоняет он хорошо, но медленновато. Поворачивает тоже медленновато. Броня есть. Боеукладка в задней части танка. Не буду больше подсказывать, потому что дальше будет слишком легко. Все, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Это же загадка, все как-никак. Пишите, там где загадка, там должна быть и отгадка. Ваши 10 комментов, ребят. И всего вам самого лучшего. А теперь приятного просмотра лучших моментов без босса. Погнали!